Никому не говорите код, вы переводите 12 тысяч рублей, мне сказали, прикиньте. Красиво отработал. Молодец. Понимаю. Ты сам понял, что сказал? Как он ездит по ушам красиво. Я вот такого не встречал. Вы видели такое? Чтобы документы отправляли. Я точно стал жертвой. Создают срочность, понимаете? Отрабатывают мои возражения. Надеюсь, спас пенсионера. Слушай, ну замену номер телефона я не сделал никакую, поэтому это отмените, пожалуйста. Хорошо, тогда действия по замене я приостанавливаю. Дело в том, что система нашего банка определила данную заявку как подозрительную, поэтому я с вами связался. Угу. Скажите, в сегодняшний день смс от нашего банка вам поступали? Поступали, но я там переводы делал свои. Какие-либо странные смс вам не поступали касательно подтверждения входа в ваш личный кабинет, номера телефона? Не было ничего. Я вас понял. Вижу, что в системе от вас... Выдает себя парень, да? В том числе по замене номера телефона. Они сейчас приостановлены в целях безопасности. Угу. Кроме того, статус вашего мобильного устройства в системе был изменен. То есть основным устройством на данный момент выступает персональный компьютер. Это адрес, которого установить не представилось возможным. Угу. Также я просматриваю информацию, вижу, что последний вход и изменения данных в вашем личном кабинете были выполнены с мобильного телефона на базе iOS с использованием другой геолокации, что банку показалось странным. На данный момент уточните, какое устройство вы используете для входа в ваш онлайн-банк. iPhone использую. Угу. А другие устройства, это ваше устройство, то есть персональный компьютер, мобильное устройство на операционной системе Android и на операционной системе iOS. То есть к вашему личному кабинету сейчас подключено 4 устройства. Нет, отмените их, пожалуйста, это не мои устройства. Я вас понял. Так, хорошо. Я направлю заявку в технический отдел и закреплю ваше устройство как основное. Какой-то у него акцент интересный, да? Вам не кажется так, а? Какой парень, а? Хорошо. Также сейчас я вот просматриваю информацию касательно... Это меня подогревает и сейчас ждет. Когда же можно меня перевести на следующую стадию? Есть два варианта отключения СМС. Либо вы самостоятельно отключили в онлайн-банке, либо с помощью сотрудника на горячей линии нашего банка. Угу. В системе указан второй вариант, то есть был выполнен звонок на горячей линии нашего банка, после чего вам отключили смс-информирование. Плюс Тинькофф мне звонит в Вайбере, прикиньте. Вы такие звонки совершали? Не совершал. Слушай, как грузит, как много вопросов, вопросы. Остерегайтесь таких. Хорошо. Так банки не звонят. Никогда. Я вам обратно подключу смс-информирование. СМС должны поступать. Давайте. Официально. Номер нашего банка, то же самое диалоговое окно. Другие смс вы игнорируете, хорошо? Давайте, хорошо. Классно подвел, да? Интересно подвел. Что типа смс были отключены, а сейчас он смс включит. Сейчас мне придет смс-ка от реального банка Тинькофф. Ждем вместе. Также уточните, каким мобильным оператором вы пользуетесь, если вы это с того, что на ваш номер телефона была установлена переадресация. У меня МТС и Билайн, и Мегафон, у меня три симки разные. Две основные. Я вас понял, хорошо. Ага. А вот. Сообщение мне только что пришло. От Тинькова. Информирование я вам подключил. Угу, угу. Подскажите, начали ли вам поступать смс? Да, пришло, написано, никому не говорите код. 42. Да, ага, да, да. Угу. Понял. Скорее всего, как раз-таки данная смс использовалась для входа в ваш личный кабинет. Угу, угу, может быть. Сейчас в системе нашего банка я указываю, что по вашему счету были зафиксированы действия незаконного характера, которые привели к потере или компрометации ваших данных. Запомните слово «компрометация». Компрометация – это любимое слово мошенников телефона. Проверки со стороны банка с вашим участием. Угу. Угу.
Алло. Угу. Да, понял, понял. Все? Отменили там все тогда? Сейчас к вашему личному кабинету подключено 3 посторонних устройства. Слушайте, уже устал, он говорит так, уже на выдохе. Он задолбался, так, бедняжка. Сейчас, чтобы мы могли провести проверку вашего личного кабинета, провести регламентную работу, под запись разговора нашего диалога вы должны назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения и проговорить разрешение на проведение проверки. Да, Владимир Александрович Яковлев. Вас плохо слышно. У него же написано Владимир Александрович Я. Владимир Александрович Яковлев. Да, дальше, я вас слушаю. И в этот момент люди уже даже не думают, что в банке должны на самом деле быть его данные, этого человека, то есть мои. Так а что мне сказать надо, не понял? Фамилия, имя, отчество, дата рождения и разрешение на проведение проверки со стороны банка. Я такой-то, такой-то, того-то, года рождения, разрешаю проводить проверку банку с моим участием. Да вы, слушай, а если не разрешают, то что? Вы же там все сами видите. Что именно? Ну, все, что нужно вам, видите? Мы видим ваши персональные данные, но ага. Я вам говорю, то есть по записи разговора вам нужно дать разрешение на проведение каких-либо действий. Да не... На отменение всех операций, которые вы не совершали, понимаете? Давайте я сейчас трубку положу, посмотрю, зайду в банк, вдруг там ничего не пропало. То если зашли, это не значит, что что-то пропало, у меня смс-ок не приходило. Я вам сейчас скажу, какие операции у вас выполнялись, вы можете спокойно заходить в личный кабинет. То есть... Давайте. Была подана заявка на потребительский кредит, на автокредит. Заявка на автокредит. Также списание на 50 тысяч рублей. Эх, но... друзья мои, мои. Система банка... Южане вы мои дорогие. ...соответственно находится в транзакционном поле банка. То есть до получателя они не дошли, и мы можем вам их вернуть. А если у меня ничего не списано, как они могли дойти? Не дошли, значит, у меня они все есть. У вас они были при этом списаны. Сейчас они находятся в транзакционном поле банка. У вас есть понятие, что это такое? Транзакционное поле банка? Да. Транзакционное поле банка. Это коридор между получателем и отправителем. Главное грызунуть клиента. Когда-либо и клиент готов. Какие-то переводы на кого-то, вы указывали сумму, потом переводили на него. И, кстати, сейчас привет в Барнауле, в командировку. И вот развлекает меня пацанчик. Спать охота, честно говоря. Ну да, иногда хочется поговорить. Как раз таки за это время они находились в транзакционном поле банка. Но так как система банка заблокировала... Ты сам понял, что сказал? Средства, они сейчас до сих пор находятся в транзакционном поле банка. Нам нужно их вам вернуть. Поняли? Скажи человеку 5 раз незнакомый термин, причем можно говорить один и тот же, и он... Сгружанется? Походу, это прокатывал с другими? Ага, все понял, все понял. Слушайте, ну... Вы все понимаете. Да, все понял. Давайте я... Сейчас просто... Что-то я устал, я голова кругом немного у меня после поездки. Давайте вы там остановите все и завтра уже позвоните, хорошо? Понимаете, что сейчас нужно отменить все операции? То есть мы могли бы вам заблокировать... Ваша карта, но в таком случае мы не сможем вернуть ваши денежные средства. Если мы сейчас вам денежные средства не вернем, они поступят на счет получателя. Угу. Данная проблема... Создают срочность, понимаете? Отрабатывают мои возражения. Ну-ка давай, отработай еще возражения. Более до завтрашнего дня. Так, ну и... Вам одобрят автокредит, потребитель... Начинающий мошенник ты, походу, да? Ты только начинаешь, да? Сколько ты в этой теме? Мошенники пошли в личный кабинет. Да, мошенники. Отправили данные заявки, но реквизиты для начисления денежных средств указали. Заявки. То есть не ваши. Денежные средства не поступят на ваш счет, а на счет другого получателя. Некого Ярошина Александра Николаевича. Ярошин Александр Николаевич, красиво додумано. Понял. Понимаете? То есть... Понимаю, слушай. Я
Так у меня просто папу Александр Николаевич зовут. Может, это ему? Только фамилия другая, у него моя фамилия. Александр Николаевич. Что-то, может, и я переводил вообще? Вы правильно назвали, видите, вы знаете, там все написано. Точно Ерошин? Отца фамилия Ерошин? Не, другая фамилия. Такая же, как у меня. У меня указано Ерошин. Ерошин Александр Николаевич. Ну, слушайте, почти я. Почти моя фамилия. Может, там неправильно у вас написано? Ошибки быть не может, понимаете? Угу. Понимаю. Но у меня смс никаких не приходило про транзакционное поле. Может, там нормально все? Вам смс поступает только когда уже денежные средства с вас списывают и доходят до получателя. Здравствуйте, меня зовут Владимир Якуба, и сегодня мы будем готовить блюдо под названием «Ваш отдел продаж». Чтобы было идеально, нужно начать немного со щепоточки аудита, разобраться с воронкой продаж и CRM, конечно же, выстроить систему найма и добавить его по вкусу. И самый главный секретный ингредиент – это правильная стратегия вашего департамента продаж. Тщательно перемешать и систематизировать, и блюдо готово. Пробуем. Идеальное сочетание ингредиентов системного отдела продаж. Пробуем вместе? Красиво отработал. Понимаете? Молодец. Понимаю. Люди, которым часто говорят «понимаете», это значит, может быть, им что-то надо? Может, они хотят вас в чем-то убедить? Задумайтесь, пожалуйста. И вам смс еще не поступило, так как нет конечного результата. То есть они не вернулись еще на ваш счет и не поступили на счет получателя. Поэтому вам смс и не поступает. Угу. Угу. Понял. И нам нужно все средства вам вернуть. И также отменить... заявки на кредитование. Этим занимается уже непосредственно... Заявки? Ну вот здесь акцентик почувствуется, парень. Ну что, будем на чистую воду вводить? Как думаете? Голосуйте. Будем, не будем? Или что потеребим? Как вам нужно дать разрешение. Просто я держу для вас его в эфире, для того, чтобы не позвонил каким-нибудь людям, которые немного не в теме. И вы услышали многоходовки. И могли это видео переслать своим родителям, знакомым, для тех, кто чуть-чуть не догоняет, как работают эти вот уродцы. Понимаете или нет? Понимаю, понимаю. Поэтому я у вас спрашиваю, мы будем как-то действовать, либо же вы самостоятельно будете разбираться в данной ситуации, но банк не будет нести ответственность за ваши денежные средства. Прикиньте, выбор мне дает, но такое, чтобы я не согласился. Слушайте, да давайте я сейчас... Я вот сейчас минут через 5 освобожусь, сейчас что-то не... и я перезвоню в банк. Как там это? 0990 или это Сбербанк, Владимир? Как в Тинькофф звонить? Как в Тинькофф звонить? Там какой телефон? 4 цифры. 3330. 3330? В Тинькофф? Да. Ага, ну все. Я там могу через 5 минут сбросить и перезвонить, да? Мне на вас переключиться? Сейчас банк вам предлагает помощь. Мы как раз таки связались с вами, потому что заявка на замену номера телефона показалась подозрительной, понимаете? Сейчас, если вы рассоедините связь... Как он ездит по ушам красиво, а? Поступит на счет получателя. По той причине, что вам поступил звонок, вы на него ответили, мы вам предлагали помощь. То есть, если мы никак не действуем, система банка после рассоединения связи данное средство переводит на счет получателя. Это я понял, это вы уже говорили, да? Вот и все. Все уже. Угу. Ладно, и что сейчас делать надо, скажите мне? Что сказать, согласен? Что к чему-то, да? Согласен, хорошо. Дальше чего? Времени нет, давайте быстрее. Под запись нашего диалога назовите фамилию, имя, отчество, дату рождения и проговорите, что вы разрешаете проводить банку проверки в вашем онлайн-банке. 7 января 89-го года. Разрешаю. Хорошо. В таком случае, сейчас нам нужно с вами выяснить также, откуда произошла утечка ваших данных, чтобы мы понимали, как нам действовать в данной ситуации. То есть, возможно, вы теряли за последнее время карты, где-то их забывали, либо же передавали посторонним лицам. Блин, как он надоело. Как он надоело. Как долго все нудно идет тому, чтобы списать мои деньги. Никто не терял. Ведь хочется побыстрее, а?
Хочется быстрее. Ну, в машинской сфере так не работает, видите? Им надо долго все, нудно. В доверие входят. Помогают, как бы, ситуацию. Мне ничего не терял, все нормально. Я нигде не озвучу ничего. На таких сайтах, как Микрозаймы, Срамниру, Банкиру, сайты казино, вы не регистрировались, не указывали паспортные данные, реквизиты карт? Не-а. Не регистрировался. Угу. Но в казино ходил как-то, но там сберовская карта была. Угу, я вас понял. Что ты понял, что деньги у меня есть, что с казино хожу, я не понял. Или денег нет, что в казино хожу. Смотрите, я вам направлю документ о факте мошеннических действий. У вас есть доступ к интернет-соединению? Есть, да, есть. А это интересный поворот. Да? Хорошо. Буквально минуту. Ага. Как он мне отправит? В WhatsApp, в Viber. Он же в Viber мне звонит, скорее всего, в Viber отправит. Или он сделает демонстрацию экрана, чтобы по демонстрации экрана я зашел в Тинькофф Банк. Разные варианты есть. Слушайте, вы даже не представите, сколько есть разных вариантов многоходовок, чтобы завладеть моим счетом и сделать небольшой легкий перевод. Зайти, посмотреть, сколько денег есть. И дальше уже решить. А вы ранее сталкивались с такой ситуацией, подскажите? Нет, не сталкивался. Я вас понял. Мне только мошенники типа тебя звонили, всякую хрень говорили, только так было. Вы также знакомьтесь, вы мессенджер WhatsApp пользуетесь? Пользуюсь, да, пользуюсь. Хорошо. Я сейчас попрошу нам с вами активировать чат, после чего я вам отправлю свое удостоверение и документ о том, что вы стали жертвой мошеннических действий. Я что, точно стал, да? Вы думаете, перевели в транзакционное поле? Еще раз. Я точно стал жертвой? Точно перевели? А сколько сумму перевели там? 50 тысяч рублей. А, ну слава богу, хоть 50 тысяч, ладно. Так, чат активируем, так, мне написали. Нам, чат активируем. Да, нам активировали с вами чат. Сейчас я вам отправляю свое удостоверение, ознакомьтесь, и также буду отправлять документы о факте мошеннических действий. Угу, угу. Удостоверение вижу. Тинькофф Банк. Уточните, какими банками вы еще пользуетесь, я направлю заявку о факте мошеннических действий. Возможно, как раз-таки утечка ваших данных произошла из других банков. Да давайте мы сначала с этой вам работой справимся, а потом вы про другие банки спросите. Давайте мы сейчас... Хорошо. Ой, ладно. Будьте здоровы. Спасибо большое. Ладно, хоть 50 тысяч. Но их же вернуть можно, да? Да, пока денежные средства находятся в транзакционном поле банка, мы можем их вернуть обратно на ваш счет. Ну, отлично. Тогда что сделать надо? Так, одну секунду. Отправлю вам документы. Что, красиво, смотрите, как. Я вот такого не встречал. Вы видели такое, чтобы документы отправляли? Смотрите, что-то еще пришло мне. Возвращение денежных средств и отмена всех посторонних операций, которые вы не выполняли, занимается как раз-таки сотрудник отдела безопасности. Угу. В данный момент вам нужно пройти биометрическую верификацию. То есть вы когда карту получали, вы помните, вас курьер фотографировал? Помню. Вот. Таким образом вы будете проходить биометрическую верификацию. Ага. После чего мы будем запускать регламентные работы в вашем личном кабинете и... Сотрудник отдела безопасности вместе с вами будет отменять все посторонние операции в вашем личном кабинете, предоставлять вам конфиденциальную информацию, также перевыпускать ваши карты, ваши счета для безопасности вашей. Ага. После прохождения верификации. Уточните, вы уже с документом ознакомились? Нет, но сейчас открою, посмотрю. Вот второй Хорошо, документ. Что за документ такой, второй документ? Документ о факте мошеннических действий, то есть, что вы стали жертвой мошеннических действий. А, извинения за сложившуюся ситуацию, мы сделаем все, чтобы вы в дальнейшем не оказались в подобной ситуации. Процентная ставка банковским вкладом повысится на 1.5% годовых, да? Это на 50 тысяч повысится или на всю мою сумму вклада, которая у меня там лежит? На сумму вклада. Всего, да? Да. Блин, ну круто, круто. Угу. Документом вы
вы ознакомились, я правильно понимаю? Да, ознакомился, да. Угу. Хорошо, тогда смотрите, я сейчас буду вам направлять звонок по мессенджеру WhatsApp для прохождения биометрической верификации, после чего буду вас соединять с сотрудником отдела безопасности. Угу, угу. Я вас тоже увижу, и вы меня увидите, я тоже вас увижу. Вы меня не увидите, и я вас не увижу. Будет видеть роботизированная система, а меня вы не сможете увидеть, так как у нас запрещено подключать камерное устройство к компьютеру. Да как так? А мне кто-то из банка звонили, я там видел сотрудника. Вот как раз из Тинькофф банка мне верификация. Ну, что-то там делали такое, что-то у меня какой-то перевод сделал, что-то мне потом звонили, и я карту, номер менял, и они там все, они были, шевелились там все, разговаривали мы. Вы точно из какой-то правильной службы звоните? Ну, я связываюсь с вами, с официального номера нашего банка. Ага. Также я вам подключал смс-информирование, то есть вам начали поступать смс касательно построения операции, которые выполнялись в вашем личном кабинете. Также я у вас никакой конфиденциальной информации не запрашивал. Направил вам документы, я действую строго по регламенту нашего банка. У нас ведется запись разговора. То есть у меня нет прав, чтобы выполнять какие-либо посторонние действия. Понимаете? Если что, я здесь Яковлев Владимир Александрович, с моих слов он записал. Молодец. Тут даже мой дату рождения он вписал, наверное. Могли разговаривать с сотрудником по видеосвязи. Кстати, не гляну, наверное, должно быть, а? Не с сотрудником клиентской поддержки, понимаете? Или, наверное, потом дата рождения будет. Понимаю, да, понимаю, ясно. Есть, ладно. Вот. Угу. Хорошо. То есть вы уже сразу напрямую... Друзья, ну как вам это видео? Вы уже собираетесь переключаться дальше? Не нужно. Пусть они собираются после моего тренинга. А у меня есть для вас подарок небольшой. Это ссылка, которая находится внизу. Ссылка на 16 техник отработки возражений. Если вы это скачаете и поймете, как я мыслю, как я переключаю клиентов, как отрабатываю возражения, вы сможете продавать уже больше, значительно больше, если просто освоите эти методики, ну и пролистаете, посмотрите мои следующие видео. Но если хотите прокачаться по полной, то курс «Дожим клиента» для вас. Заходите на следующий поток, будем двигаться дальше вместе для того, чтобы в потоке продавать, в потоке отрабатывать возражения, в потоке получать удовольствие, ломать свои страхи и, конечно, составлять идеальные скрипты, которые помогут вам стать очень сильным. Итак, ссылка под описанием, 16 проверенных отработок возражения, ну и дожим клиента, это следующий ход. Сначала возражения. Качайте внизу и смотрите видео дальше. Вот. Перевод заблокировали? Да, было дело давно уже. Да. Угу. Вот. Здравствуйте, вы напрямую уже связывались с сотрудником отдела безопасности. Хорошо, тогда я вам направляю звонок по видеосвязи для прохождения биометрической верификации. Возможно, у вас есть какое-то недопонимание, что у вас происходит, либо же вопросы. Да нет, все нормально. Все нормально, да. То есть вы понимаете, что обнаружены посторонние устройства в вашем личном кабинете и ряд посторонних операций. Угу, понимаю. По несколько раз одну и ту же мысль. И знаете, это называется уловка вдалбливания. Когда он вдалбливает одну и ту же мысль, задает одни и те же вопросы, создает уровень тревожности. Блин, ну слабенький ты паренечек, конечно, мошенничек. Здесь мы с вами связь отсоединяем. Давайте, хорошо, ладно. Угу. Все? Рассоединилось? Блин, клиентская поддержка мне звонит. Алло, алло. Алло, да. Да. Меня хорошо слышно, уточните. Слышно хорошо, да. Да, отлично. Так, смотрите, сейчас вы будете проходить биометрическую верификацию. Каким образом? Вы подключаете камеру, следите за осветлением. Ага. Также следите за тем, чтобы вас было хорошо видно. Угу, угу. После чего, когда вы будете готовы, я буду запускать робота-помощника, он вас будет верифицировать. Ага. Никому не говорите код, вы переводите 12 тысяч рублей, мне сказали, прикиньте. Вы переводите 12 тысяч рублей, то есть вам поступило такое смс? Да, да.
Ну, вы, если данная операция не ваша, вы ни в коем случае ее не подтверждаете? Ни в коем случае не подтверждаю, да. Отлично. Хорошо. Смотрите, сейчас вы подключаете видеокамеру, и мы будем с вами проходить верификацию. Когда будете готовы, сообщите мне об этом. Ну, давайте так, вы тоже видео включите, чтобы, потому что так в Тинькове было, я помню. И что еще раз? В Тинькове так было, они видео включали. Вы звоните мне по WhatsApp, вы тоже видео можете включить, поэтому включите свое видео, я свое включу. Я не отключал видеозвонок, то есть просто у нас нету камеры на компьютере, я вам еще раз говорю. А вы тогда поддержки, я не сотрудник. Да. Вы тогда перезвоните мне с обычного телефона, обычного личного телефона, я вас увижу и успокоюсь. Я не понимаю, собственно говоря, почему у вас есть какие-либо сомнения. Потому что у меня уже был опыт общения с сотрудником Тинькофф Банка по видеосвязи. Ну и что? Что, блин? Ну и то, что значит у вас как-то не совсем правильно работала, устроена система работы с клиентами. Как-то это не клиент-ориентированно. Смотрите, вы напрямую уже разговаривали с сотрудником отдела безопасности. Я являюсь сотрудником финансового контроля клиентской поддержки. То есть... Я хочу в этом убедиться просто. Я вам направил свои документы в электронном виде. А вдруг они не настоящие? Ну, каким образом я мог подделать данные документы, если там есть мокрая печать? Там мокрая печать есть? Да. Сейчас гляну. Мокрая... Это такая круглая печать, да? Кота? Да. Все правильно. Ага, понял. Реально есть мокрая печать, да, вижу. Но она на компьютере такая делается, мне кажется, для документов, город Москва. Ну, откуда на компьютере есть мокрая печать нашего банка, уточните. Путем сканирования этого можно добиться. Путем сканирования? То есть вы... Предлагаете, что как раз-таки мошенники находятся в офисе банка или что? Я думаю, что они взяли какую-то справку, просканировали, в фотошопе убрали края, осветлили, и вот бахнули сюда, и получилась мокрая печать. Да, действительно, как вариант, это может быть. Ну вот, видите, вы тоже так думаете. Метод согласия, смотрите, он начал, может, курс какой-то проходил, а? Надо частично соглашаться, а? Только нормально соглашайся уже, говори, что я мошенник, и все нормально. Какие наши дальнейшие действия? Вы будете проходить верификацию как клиента нашего банка? Да. Я понимаю, что у вас есть сомнения, но есть ряд, то есть уже ответов на ваши сомнения. Давайте. Я вам отправил документы, подключилось СМС-информирование, то есть вы думаете, мошенники имеют доступ к системе нашего информирования? Вот подскажите, как мошенники могут вам отправить СМС от официального номера нашего банка? Да, это верно. Да, это верно. Правда, если вы на сайт зайдете, введете мой номер телефона и попробуете куда-нибудь зайти в личный кабинет, то, наверное, мне придет СМС-ка. Я так не пробовал, наверное, так. Ну что? Ну вот. Ну что ты положил трубку? Я же тебя хотел на чистую воду вывести. Котов Алексей Александрович. Ну что, так как же поговорить, а? Надо перезвонить Котову-то. Не берет клиентская поддержка или трубки? Надоел я ему. Столько мы держали на линии этого хулигана. Даже про его совесть не поговорили. Клиентской поддержки. Сукин ты сын. Ну, надеюсь, спас пенсионера. Друзья, делайте выводы и смотрите, какие они изощренные, эти хулиганы. Какие они хитрющие. Я уже не знал, что они будут еще такие документы отправлять. В общем, берегите свои нервы. И перешлите это видео
вашим друзьям, родителям, знакомым. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и учитесь нормальным направлениям. Продажам, энергии, эмоциям, переговорам. В общем, то, что помогает быть на светлой стороне. Якуба на Ютубе, Якуба на Ютубе.